Всем привет! Мы находимся на конференции «Вторая волна» в церкви «Радостная весть», посвященная служению независимости. В этом году служению исполнилось 20 лет, и у меня в гостях прекрасный пастор Ян Чернобай из города Самары, церковь «Гора Божья». Я задам ему несколько вопросов, обязательно слушайте. Первый вопрос. Помните ли вы, где прошло... Помните ли вы первую свою молитву покаяния, где и как это было? Конечно, это было в Доме Милосердия, тогда он еще был арендованной трехкомнатной квартирой, когда пастор Анатолий приехал, это было его первое служение для меня, я не помню, о чем он проповедовал, но точно я помню, что я осознал, что если сейчас не отдам свою жизнь Богу, то я потеряю что-то очень дорогое, ценное. Я зашел в ванную, закрыл дверь и сказал: «Бог, я не знаю, что меня ждет, я тебе отдаю свою жизнь, сделай с ней что-нибудь». Вот, да, так было. Хорошо, спасибо большое. И расскажите тогда про свое первое служение. Мое первое служение началось там же, в Доме Милосердия, в трехкомнатной арендованной квартире. Мне предложили готовить на кухне ребятам еду, на что я сразу сказал «нет», потому что готовить еду на кухне – это нет выходных, ты раньше всех встаешь, позже всех ложишься. А потом я понял, что Дух Святой мне сказал: «тебе надо это взять», и я это взял и начал делать, чему очень сильно рад. А расскажите вообще, можно прям в подробных красках, какая у вас была первая реакция, когда Анатолий отправился на миссию? Я вообще четко помню наш разговор. Это проходило в Тольятти, в офисе, все очень было просто, это был очень простой разговор. Даже как будто, может, показалось, что он был между делом. Пастор Анатолий мне сказал: «слушай, надо начинать церковь в Тольятти, ой, в Самаре, сори. Поедешь?» Да что я так сказал? Мне главное, чтобы Бог был со мной, поеду. Вот. Это достаточно было просто, но мне согласиться. Может быть, потом это было так интереснее уже, когда на практике, но это вот так вот именно произошло. Расскажите, у вас сейчас недавно открылось свое здание, да? Это, можете какую-то историю, может, про это, как это получилось, и вообще, какая слава Богу в этом была? В моей жизни все очень просто получается. Когда что-то просит Бог меня сделать, или Бог что-то просит делать через моих духовных родителей, в том числе они мои священники, Анатолий и Юля. И так же было с первым зданием, очередным зданием, когда пастор Анатолий просто сказал: «вам пора уже начинать туда двигаться». Я начал копить деньги, потом начал это делать. А потом, когда мы зашли, это так же быстро, внезапно произошло, естественно, но вот это само осознание, что ты уже в своем, и я до сих пор это осознаю, я до сих пор захожу в туалет и радуюсь, что мы в своем туалете. Это правда, это очень, там очень много благодати в этом, я очень много Бога в этом вижу. А еще расскажите, возможно, это для кого-то будет прям такая мини-проповедь, ваши три ключа к росту служения. Ну, наверное, самый главный первый ключ – помните всегда о Духе Святом. Помните всегда, что Он с вами. Намеренно с Ним общайтесь, намеренно с Ним проводите время. Это самое важное. Любой мой важный прорыв, большой прорыв в моей жизни начинался именно с того, что я возвращался в близости к общению с Духом Святым. Второй – это тоже очень важный ключ. Всегда оставайтесь и будьте в общении со своими священниками. Боритесь за эти отношения. Лезьте в них намеренно. Приходите к ним с радостными и с плохими новостями. Рассказывайте, что хорошего и что плохого происходит. Это очень важный ключ. И третий, наверное, это ключ. Будьте послушны Богу, когда Он вам что-то говорит делать. И в том числе Он будет часто вам говорить что-то делать через священников. И это будет вам казаться странным, непонятным. Это иногда будет вообще каким-то, но знаете как, я недавно услышал такую еврейскую поговорку: делай, потом поймешь. Просто рискуйте и делайте. Расскажите, а может быть, есть какие-то ожидания от этой конференции, от сегодняшнего дня? Какие-то вещи, которые вы желаете услышать или предвкушаете? Ну, я уже услышал. Я всегда ожидаю встречу с Богом, я ожидаю подтверждения того, что Он уже мне говорил.
потому что для меня это очередной отвес коррекции, что я ведом Богом, в том числе через моих священников. И, конечно же, я хочу, чтобы он расширял мое сердце, мою веру, и сила для служения, она умножалась. И не просто в каких-то переживаниях, я буду ожидать проявления это после конференции, что это изменит меня и изменит то, чем я занимаюсь, еще лучше и в большую сторону. Спасибо, Ян. А еще я хочу, чтобы вы обратились к нашим онлайн-зрителям. Я знаю, что сейчас у нас это идет в эфир, но, возможно, у вас есть слово для людей, что, почему нужно как бы приезжать на конференции и быть вживую, а не только смотреть через онлайн. Я однозначно верю, что когда мы имеем общение вживую, это расширяет наше общение с Богом и подтверждает того, что мы имеем близость с Богом. Поэтому это очень важно для меня, иметь общение вживую с церковью. Спасибо, пастор Ян. А еще расскажите, я вас буду мучить до конца, расскажите, может быть, есть какая-то интересная история, связанная с тем, какое задание вам Анатолий дал, и как вы на это отреагировали, и, возможно, есть какая-то история по этому поводу? Без подготовки. Да, так вот, навскидку, наверное, трудно вспомнить, но все задания интересные, вся моя жизнь интересная. Интересно что-то строить, наверное, это вот как такие задания, которые всегда имеют определенный вызов, потому что каждый раз, когда мы чем-то начинаем заниматься, требующего нашего внимания и веры, это всегда противостоит определенный кризис. Но в этом также очень сильно Бог проявляется. Поэтому вот, наверное, самые такие как бы яркие. А может быть, есть интересная история из центра? Из центра. Она длинная история. У нас есть время. Да? Я очень люблю радоваться, да. Я люблю шутить, хотя мой Бог юмор освещает, потому что раньше он был более радикальный. Такая одна из ярких историй центра, когда мы еще были в съемной трехкомнатной квартире. У нас один миссионер наш, который сейчас на миссии, у нас была такая лидерская комната, она и молитвенная была, и она была с балконом. Вот, один брат ушел, мама позвонила, чтобы не мешать, он ушел на балкон по телефону разговаривать, там был тогда еще радиотелефон, а второй наш служитель пошел туда молиться. Уже была осень. И он рассказывает уже эту историю, он говорит, я упал на колени, так, уже такой вошел в такой трепет, такой сосредоточенность на Боге, говорит, Дух Святой, приди, Дух Святой, приди. И вдруг открывается дверь балкона, и заходит этот брат с телефоном, что его очень сильно испугало, он выбежал испуганный с глазами, он говорит, я уже терпел, мне холодно было. Мы рады, что он не подумал, что это Дух Святой, что это просто брат. Слава Богу. Спасибо, пастор Ян. Скажите еще какие-то пожелания для Анатолия, для Юли, для всего служения независимости. Может быть, у вас есть еще что-то дополнить? Я желаю только одного, чтобы та страсть, которая есть у Анатолия с Юлей, по Богу, по Божьему Слову, по этим стандартам Царства Божьего, она как минимум оставалась, а как максимум она росла. Чтобы всегда этот вызов звучал, чтобы всегда этот Божий отвес, апостольский, пророческий отвес в помазании, в переживаниях, в послании, он всегда оставался и бросал вызов нашему теплому, посредственному христианству. И я желаю всей нашей церкви, она такая же моя, этот мой отчий дом. Я никогда не говорю, в Тольятти что-то происходит, я говорю, у нас происходит, что мы как бы, мы брали этот отвес. Мы соответствовали, старались этому соответствовать. Спасибо вам большое. И мы всех ждем онлайн, офлайн в нашем храме. Продолжайте смотреть эту трансляцию и будьте с нами. Все? Все, спасибо. Спасибо. Thank you.
ничего не нужно от мира. Я знаю, есть Бог живой. Мне не нужна другая сила. Я знаю, Он может все. Ты тот, кто всегда мне ответит. Ты не молчащий Бог. Я слышу просто поверь мне. Мне нужен Дух Святой. Каждый раз, когда приходишь ты, я жду еще, я жду еще. Твое царствие во мне возрастает, и словно львиный рев меня пробуждает. Каждый раз, когда приходишь ты, я жду еще. Мне нужен Дух Святой, чтоб всегда со мной. Нужна любовь твоя. Мне нужен Дух Святой, чтоб был всегда со мной.
ложь, и мертвые воскресают. Слово живое в славе идет, свою силу являя через Божий народ. Сухие кости оживают, от силы Божьей мертвые воскресают. Слово живое в славе идет, свою силу являя через Божий народ. Сухие кости оживают, от силы Божьей мертвые воскресают. Слово живое в славе идет, свою силу являя через Божий народ. Сухие кости оживают, от силы Божьей мертвые воскресают. Слово живое в славе идет, свою силу являя через Божий народ. Поможешь и мне.
я побежала к Тебе и прикоснулась к краю Твоей одежды. И тот час сила Твоя сошла. Иисус, спасибо Тебе. Мечты и надежды.
мы благодарим Тебя за это замечательное, прекрасное время в Доме Божьем. Мы благодарны Тебе за открытые небеса над нами в это утро. Я прошу Тебя лишь об одном. Служи нам, ведь Ты самый лучший учитель, самый лучший наставник. Если нужно, обличай, если нужно, наставляй. Мы хотим двигаться так, как написано в Священном Писании. Полностью и всецело доверять своей жизни, свое служение Тебе. Дух Святой, я прошу Тебя, увлекай нас все дальше и глубже в это удивительное путешествие в отношениях с нашим Господом. Пусть это время станет самое близкое с Тобой. Мы верим в пробуждение среди зависимых. Мы верим, Господь, что и сегодня Ты можешь действовать так же, как это было в 90-е или нулевые годы. И поэтому мы собираемся здесь каждый год для того, чтобы снова и снова засвидетельствовать, что Ты наш Бог и Ты наш Царь. И лишь только благодаря Тебе, Господь, мы движемся и существуем, и вообще есть. За все Тебе воздаем всю славу, честь и хвалу на этом месте. Аминь. Аллилуйя, доброе утро. Жив Господь. Аминь. Давайте еще пошумим, пошумим для нашего великого Иисуса. Нормально здесь барабаны меня аж подкинуло. Вы можете присаживаться. Друзья, слава Богу, вчера было очень хорошее начало. Ты был вчера? Какое вечером было плотное помазание, если ты понимаешь, о чем я говорю. Аминь. Прям можно было чувствовать Господа и на физическом уровне в том числе. Хорошо. Наша с вами конференция или наш с вами праздник – это не только день рождения нашего служения, это прежде всего мы каждый год собираемся вместе для того, чтобы обновиться в силе служить зависимым людям. Аминь. Чтобы вот это откровение, которое написано на страницах Священного Писания, спасать взятых на смерть, снова и снова оживало в наших с вами сердцах, если по какой-то причине оно утратилось или нивелировалось. Ты понимаешь, о чем я говорю? Очень обидно, друзья, очень обидно наблюдать, как служение зависимым людям перестает быть ценным в церквах. Я много езжу по церквам, по служениям, много путешествую, общаюсь, и я это могу четко сказать, что служение зависимым людям почему-то становится все менее и менее популярным. И наша с вами задача и прямая ответственность снова и снова сделать это служение одной из самых основополагающих. Аминь. Ты хочешь, чтобы в твоей церкви это было мощное, помазанное служение? Тогда ты напрямую должен в этом принимать участие. Я очень сильно благодарен Господу за наших пасторов, за наших старших братьев. Это Анатолий Шамилич, но он сейчас на параллельном служении там в Самаре. Это пастор Ян Богданович, в чьих сердцах вот эта помощь зависимым людям, оно горит уже на протяжении десятилетий. И нам есть возможность брать пример с этих людей. Аминь. Но смотрите, я скажу сейчас такую вещь, однажды я услышал. Те вещи, которые прославляются и продвигаются в церкви, однажды станут культурой этой церкви. Аминь. Что же такое культура? Я сейчас скажу, это обширное понятие, но вкратце. Культура – это сложившиеся у людей ценности, обычаи и способы мышления. То есть о тех вещах, о которых мы в церкви говорим постоянно, прославляем и продвигаем, они однажды становятся ценными для людей церкви. Но вот я заметил, мы в церквах начинаем говорить о чем угодно, но не о спасении зависимых людей. И я очень сильно об этих вещах ревную, как пастор служения зависимым. Очень сильно. Но мы говорим о молодежном служении, это хорошо. Мы говорим о пророческой культуре, это замечательно. Мы говорим о служении СОЗа, это супер пушка. Аминь. Но мы все меньше и меньше говорим о зависимых людях. И это настораживает. Если мы перестанем с вами, если мы не подхватим эту эстафетную палочку, то однажды служение зависимым людям, оно может нивелироваться совсем. И это печально. Я могу видеть, как некоторые целые объединения, они очень сильно просаживаются в служении зависимым, когда однажды это громыхали очень сильно. Почему? Потому что все меньше и меньше мы начинаем об этих вещах говорить. И наша с вами задача снова всколыхнуть эту волну. Аминь. Почему мы называемся
вторая волна. Потому что мы верим, что как в нулевые и в 90-е годы тысячи зависимых получали спасение, так и сегодня это возможно в лоне церкви. Аминь. Потому что Иисус Христос, Писание говорит, вчера, сегодня и вовеки тот же самый Бог, спасающий, исцеляющий, благословляющий, разрушающий проклятия. Аминь. И созидающий, восстанавливающий любые развалины. Так говорит Библия. Аминь. Это не я придумал. Хорошо, смотрите. Иеремия, 29 глава, с 11 места прочту вам. Сначала в синодальном переводе, потом в более современном. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность». И надежду, и воззовете ко мне, вот сейчас внимание, и пойдете, и что сделаете? Помолитесь мне, и я услышу вас. Аминь. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем. В современном переводе звучит, мне кажется, немножко обширнее, понятнее. Я знаю, что делаю, Бог говорит нам с вами. Я знаю, что делаю, у меня все спланировано. Планы позаботиться о вас. Ты в курсе, что Бог уже 2000 лет назад спланировал твое успешное служение, твою счастливую семью, твоих, может быть, еще пока не рожденных, но скоро родившихся детей, твои процветающие бизнесы, твои благословенные какие-то служения людям, попавшим в сложные ситуации. Я не знаю, но Бог говорит, у меня все спланировано. Аминь. А не оставить вас. Планы дать вам будущее, на которое вы надеетесь. Любой здравомыслящий человек надеется на хорошее будущее. Аминь. Смотрите дальше. Когда вы призовете меня, тогда вы придете и помолитесь мне, и я услышу вас. Когда вы придете искать меня, вы найдете меня. Да когда вы серьезно захотите найти меня и захотите это больше всего на свете, я явлюсь вам. И вот, друзья, несколько раз здесь прозвучало слово «молитва». Я хочу, чтобы мы сегодня вспомнили об этих основополагающих рычагах выстраивания отношений с Богом. Аминь. Молитва. Почему я об этих вещах говорю? Потому что мы свои реабилитационные пространства в домах милосердия заполняем чем угодно, но все меньше и меньше обращаемся к вот этим основам, про которые Иисус говорит. Понимаете, я не потерял вас еще. Смотрите, мы можем заниматься разной там арт-терапией, к примеру, или самоанализом с утра до вечера, или еще какими-то системными подходами к восстановлению личности. Это все, наверное, хорошо. Но я хочу обратить наше с вами внимание о тех вещах, о которых Иисус говорит. И сам Бог говорит, вы найдете меня, если помолитесь мне. Аминь. И у нас с вами есть замечательный пример, сам Иисус. Написано, что встав весьма рано, удалился помолиться. Вышел откуда-то для того, чтобы помолиться. Сам Бог говорит, что молитва – это очень важный инструмент выстраивания отношений с Ним. Аминь. Ты веришь в силу молитвы? Что молитва – это не просто слова, безжизненный звук пустой. Помните этот псалом? Молитва творит чудеса, и дьявол дрожит, написано предо мной. В жизни с Богом не важны результаты, которыми мы с вами меряемся друг с другом, служениями там или еще чем-то. В жизни с Богом важны отношения с Ним. А все наши с вами результаты служения, они будут формироваться из отношения с Ним. Аминь. А молитва, друзья мои, это и есть тот самый рычаг, инструмент, через который мы выстраиваем самое важное в своей жизни отношения с нашим Иисусом. Аминь. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами откатились назад и вспомнили, с чего вообще все начиналось. 90-е годы, когда наши старшие братья, кроме молитвы, они вообще ничего не знали. Пастор Анатолий вчера проповедовал, отдавал нам с вами свое сердце. Он говорил, мы верили за все. Даже еще не умели верить, а уже верили. Аминь. Вот. И в жизни с Богом важны отношения с Ним. Ты не можешь быть нерезультативным служителем, если у тебя есть отношения с великим Иисусом.
Если ты сегодня вдруг просел в служении, неважно в каком, но мы собрались здесь в рамках второй волны служения зависимым. Если вдруг по каким-то причинам твое служение пошло на спад, просто вернись, вернись к этой мысли, что нужно выстроить отношения с Иисусом. Весь успех, он по горизонтали, он будет формироваться из отношений с Богом. Мы должны быть чувствительны к Его присутствию. Аминь. Смотрите, Псалом 126, первое место. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». То есть, если Бог не созидает, то как бы ты ни бился, что бы ты ни делал, будет, как в той песне, помните? «Бьюсь, говорит, как рыба, а денег не надыбал». Что бы ты ни делал, что бы ни происходило, если Господь не созиждет, напрасно трудишься, напрасно потеешь, напрасно стараешься, устаешь. Но Господь будет созидать твое служение, когда у тебя с Ним отношения будут. Аминь. Отношения. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами поняли эти важные моменты в наших служениях восстановления, что отношения с Богом – это фундаментально, это важно, и это самое главное в жизни любого служения восстановления. Я говорю сейчас про наше с вами евангельское сообщество. Если мы потеряем вот эту соль отношений с Богом, нас светское, общество просто задавит. Наш с вами конек в отношениях с Богом. Наш с вами конек в сверхъестественном Боге. Наш с вами конек в отношениях с Духом Святым. Это самые козырные козыри, которые только можно придумать. Мы вчера с братьями общались, вот в одном из наших домов Миросердия, там приезжали, братья приехали, вот благословенные, почему вы там сидите, не пойму, ваше место здесь. И мы разговаривали и общались на такой момент, что мы, как вымершие уже, вымирающие динозавры, люди олдскульного подхода к служению реабилитации. Что мы верим, мы прорываемся, мы молимся, на нас уже смотрят как непонятно на кого, но мы продолжаем стоять в вере, что для нашего Бога нет ничего невозможного. Что Бог спасает по-прежнему, как 2000 лет назад. Аминь. Что Дух Святой самый лучший наставник, самый лучший учитель. Аллилуйя. Смотрите, мы с вами должны научиться жить глубокой духовной жизнью, а не христианской субкультурой. Что такое субкультура? Это прикольная тусовка, в которой мы можем тусоваться. Аминь? Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Но если ты являешься частью какого-то сообщества, это не факт, что ты духовный человек. Но мы должны вернуться вот к этим истокам и стать по-настоящему духовными людьми. Кто такой духовный человек? Это в жизни которого истина становится реальностью. Истина Слова Божьего оживает. Аминь. Истина Слова Божьего оживает. Евангелист Матфей говорит в 5 главе: «Блаженны, то есть счастливы, изголодавшиеся и томящиеся жаждой праведности». Аминь. То есть счастлив человек, который томится быть праведным перед Богом. Что такое праведность перед Богом? Как ты думаешь? Это прежде всего отношения с Ним. Аминь. Он говорит, и счастливые люди, которые хотят постоянно, чтобы с ними не происходило, выстроить с Ним отношения. Почему? Куда мы сегодня катимся, евангельское сообщество? Мы куда-то, мы какими-то стали немощными, что ли? Я по-прежнему верю, что сердце любого служения восстановления или реабилитационного там, центра духовно-нравственного восстановления в лоне церкви, сердцем должно быть поклонение Богу. Мы это видим на протяжении 20 лет в нашем служении. Сердцевина и самые основополагающие вещи, они в поклонении, и мы для этого все делаем. Потому что я верю, в отношениях с Богом рождается все. Аминь. Хорошо, смотрите, такой важный момент. История же, она циклична. И, может быть, ты помнишь такую историю, когда, скорее всего, это правда было, когда греки не могли завоевать город, неприступный город Трою. Помните эту историю? Сейчас объясню, 3 человека помнят, остальные вспоминают еще. И вот, был такой неприступный город Троя. Его не могли завоевать вообще никто. И хитрые, мудрые греки, что они сделали? Они сделали того самого, вспомни сейчас, троянского коня. Помните?
и подарили, как признательность от городу Трои, этот подарок, как неприступному городу. Они подарили этого огромного деревянного здорового коня, но внутри которого были спрятаны самые лучшие и самые подготовленные воины греческой армии. И когда пришла там ночь, вот эти враги, они вырвались из троянского коня, открыли ворота, греки зашли, и Троя пала. Посмотрите, это был подарок, подарок, в котором было сокрыто разрушение. Я сейчас к чему говорю? Мы с вами как стражи на стенах, руководители, лидеры или служения евангельского сообщества должны стоять на страже, чтобы нам вот общество, светское общество не подарило этого троянского коня. Казалось бы, красивый подарок, какую-то принести схему служения, реабилитации, но там может оказаться враг, злой враг, который разрушит и тебя, и твою команду, и твое служение. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому мы, как лидеры и руководители, должны стоять на страже, будь чувствительным. Какое-то новшество или какое-то ноу-хау тебе предлагают, спроси об этом Бога, помолись, что тебе Господь скажет, применять эту терапию внутри твоего сообщества или не надо. Аминь. Чтобы это не было, как вот с этой неприступной Троей. Это было ужасно. Изрек Бог Моисею в книге Исхода, все слова говорит: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской и из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Сам Бог не один раз через Священное Писание константирует факт, что мы не должны какие-то свои приоритеты расставлять не иначе, как только Бог во главе всего. Как один православный священник сказал: если Бог в нашей жизни и в нашем служении будет на первом месте, все остальное будет на своем. Понимаете, о чем речь говорю? И вот во главе нашего служения восстановления церковного подхода во главе должен быть Иисус. Во главе должен быть Иисус. И это не просто игра, это временем доказанные факты. Во главе служения независимость всегда Дух Божий. Во главе служения независимость в Самаре всегда Дух Божий. И где мы видим успех? Если мы видим какие-то успешные служения, восстановления, там Господь приоритет. Аминь. Остальное все, оно да, оно эффективно может быть, но Бог во главе. Аминь. И я размышлял, думаю, что же с нами происходит? Почему мы, некогда такие духовные, сильные, мощные, стали забывать о самом главном? Я думаю, просто мы реально забыли, кто мы есть. Апостол Павел говорит, теперь, говорит, не я живу, но живет во мне кто? Христос. А мы с вами, друзья мои, мы с вами почему-то забываем, кто мы есть, свою идентификацию, что мы дети Божьи. Что мы дети царя царей, аминь. Что мы не просто люди, мы христиане. Христианин – человек, который верит в чудеса. Мы должны вспомнить сегодня, в это утро. Я вчера говорил, что мы будем молиться, мы сегодня будем с вами молиться об этих вещах. Я хочу, чтобы мы вспомнили, кто мы с вами есть, евангельские христиане. Кто мы в конце концов, кто живет в тебе и во мне. Чем мы отличаемся от светских людей, если мы не даем возможность Господу через нас служить? Да ничем. Написано в Библии, что сыны тьмы гораздо проворнее сынов света. Порой так бывает. Но наша с вами козырь и конек – это чтобы мы вспомнили, кто мы есть. Я буквально недавно со своим ребенком посмотрел один мультфильм. Может быть, ты видел его, не видел? Там очень важный момент, я прям откровение пережил. Я хочу, чтобы наша группа медиа вывели вот этот ролик. Там буквально минута, мы посмотрим и продолжим. Это мультипликационный фильм «Король и лев». Ты видел его? Вот сейчас вот ролик, пожалуйста, выведите со звуком. Я хочу, чтобы мы эту минуту сейчас посмотрели. Но полностью не надо. Вот посмотрите, вы послушайте. Тебе
Бомба, ты забыл меня? Нет, это не так. Ты забыл, кто ты такой, а значит, ты забыл меня. Загляни в свою душу. Ты можно нечто остановить. Большее, чем то, кем ты... Я хочу сказать, к тебе сегодня, Симба, помни, кто ты есть. Что внутри тебя и меня живет лев из колена Иудина. И я хочу, чтобы мы сегодня с вами помогли вот этому самому Богу, для которого нет ничего невозможного, вот этому льву из колена Иудина дать возможность вырваться и задекларировать в духовном мире, что теперь не я живу, живет во мне Христос. А для нашего Бога нет ничего невозможного. Но мы в своих обстоятельствах, в своих... Пастор Роман, пожалуйста, помоги мне. Мы в своих вот этих вот невериях, сомнениях прячем самого Бога, не даем ему возможности вырваться. Я хочу, чтобы мы спели одну из замечательных песен нашего дома. Сейчас пастор Роман нас поведет, и мы будем молиться. Мы будем молиться, чтобы тот самый лев Иудин вырвался на свободу. Аминь. Мы можем с вами подняться на некоторое время. Я хочу, чтобы это было время, проведенное в молитве. В нашем доме можно молиться громко. В нашем доме можно топать, кричать. В нашем доме можно делать все, кроме греха, как написано в Библии. Аминь. Симба не осознавал, кто он есть. И мы, как христиане, мы иногда просто не понимаем, кто же, какая мощь живет в тебе и во мне. Я однажды пережил одно из самых первых откровений, что сейчас во мне живет Бог, сотворивший небо и землю. Бог, для которого нет ничего невозможности. Представляешь, Он живет в тебе. Это огромный потенциал самого Бога находится внутри твоего сердца. Почему мы этими вещами не пользуемся, я не знаю. И я хочу, чтобы мы сегодня вспомнили, кто мы есть, кто живет в тебе, кто живет во мне. И помогите сами себе дать возможность вот этому льву вырваться на свободу. Аминь. Чтобы откровение спасать взятых на смерть снова и снова разжигалось в наших сердцах, как это было у наших отцов и у наших старших братьев, когда не было ничего, кроме Святой Библии, когда не было ничего, кроме молитвы, когда не было ничего, кроме веры. Аминь. Вера, друзья, вера. И мы будем молиться с вами. Жиганем сейчас какое-то время. Песня очень значимая, вы просто поймите. Просто помните и никогда не забывайте, кто зажигает потухших, не выгорает внутри. Они делали то, что им сказал
свободу, и стены Иерихона пали. Если сегодня в твоей жизни поднялись какие-то стены Иерихона, просто возопи к своему Богу. Не стесняйся, кричи, пусть весь духовный мир содрогнется сегодня. Потому что мы с вами вторая волна пробуждения. Потому что мы с вами те люди, кто подхватили эти эстафетные палочки у наших старших братьев. Потому что мы с вами те, кого имеет в виду сам Иисус. И пусть вот этот лев из колена Иудина, вот этот рев льва, весь духовный мир услышит. Это как наша с вами декларация, что мы на том же месте. Мы по-прежнему продолжаем верить, что Иисус во главе служения. Мы по-прежнему продолжаем верить, что сам Бог созидает нас. Мы по-прежнему продолжаем верить в сверхъестественное устройство всего. Царя все доли наполняй, и горы понижай. На него нет ничего невозможного. Эта информация должна пропитать твой дух. Для него нет ничего невозможного. Для него нет ничего невозможного. Если у тебя есть отношения с Богом, ты не можешь быть бесплодным служителем. Если у тебя есть Духа Святого, ты не можешь быть безрезультативным. Давайте вернемся к истокам и вспомним, что во главе всего сам Иисус. В любой притон, в любую больницу. Если ты имеешь отношение с Духом Божьим, тебе даже ничего говорить не нужно. В духовном мире уже все сказано. Все услышат этот духовный рев льва. Вера, без которой невозможно угодить Богу, выстраиваться в отношениях с Ним. Его имя Иисус. Только Он, только благодаря Ему. Многие просто живы сегодня. Его имя Иисус. И нет другого имени, пред которым преклонится однажды всякое колено и земное, и преисподнее. Его имя Иисус, чудный советник. Его имя Иисус. Мы с вами должны соприкоснуться с этим, с этой истиной, что Его имя Иисус. Если снова это имя станет самым важным в твоей жизни, ты увидишь, как твое служение расцветет другими красками. Ты увидишь, как сам Бог явит свои чудеса, потому что Он ревнует. Он ревнует, когда мы убираем Его в своих служениях куда-то со стороны. Когда мы молимся там за пищу или за сон. Мне кажется, Он очень сильно ревнует в эти моменты. Он по-прежнему хочет, чтобы прежде всего была молитва. Он по-прежнему хочет, чтобы прежде всего были отношения с Ним. Он по-прежнему хочет говорить в твою жизнь, в твою судьбу через изучение священных писаний. Он по-прежнему хочет, как мы называем, олдскульный подход. Он по-прежнему хочет исцелять. Он по-прежнему хочет восстанавливать. Он по-прежнему прямо сейчас на Голгофском кресте претерпевает эту
нечеловеческую боль страданий для того, чтобы мы с вами сегодня имели будущность и надежду. Он по-прежнему тот же самый. Его имя Иисус. И что только в нем и сила всех спасти, и что только он смерть смог победить, и только он достоин всей хвалы. Это должно быть гимном нашего служения, друзья. В его руке от смерти есть ключи, в его имени есть сила исцелить, и кровь его омыла все грехи. Его имя Иисус, Его имя Иисус, Его имя чудный Бог, советник мой, Отца всего. Священное Писание, вы не раз в этой истории путешествовали, это когда Петр вышел из воды, из лодки в воду, помните? Когда Петр вышел, написано в Матфея 14 главе, с 30 места, видя сильный ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты сомневаешься? Маловерный, зачем ты сомневаешься?» Если вы внимательно читаете Библию, в 24-м, буквально ранее, стихе там написано, что Петр уже сталкивался с бурей, и он видел, как Иисус эту бурю усмирял, то есть он, по сути-то, и не боялся этой бури. Но что же произошло с Петром, почему он начал тонуть? Я заметил очень важный момент, я хочу, чтобы вы меня услышали сегодня. Он начал тонуть из-за того, что его ожидания, они не воплотились в реальность. Он, видя Иисуса, шагнул из лодки по воде,
идет навстречу к Иисусу, но шторм не перестает его бить, шторм перестает, не перестает быть. Ему все хуже и хуже, и он боится. Друзья, как часто так бывает в наших жизнях? Ты идешь навстречу какому-то служению, что-то делать, выезжаешь на миссию, организовываешь служение восстановления или еще что-то. Ты видишь в этом Иисуса, шагаешь из лодки, а шторм не утихает. Тебе кажется, вот сейчас Иисус должен усмирить шторм, но шторм не утихает. Знаешь что? Петр ожидал, что Христос угомонит ветер, но Бог этого не сделал. Бог этому не сделал. И смотрите, именно ожидание быстрых результатов очень часто губит служителей. Ожидание быстрых результатов. Но наше с вами служение, как вчера пастор Анатолий говорил, это игра в долгую. Это игра в долгую, это игра навсегда. Аминь. Именно ожидание бывших результатов погубили его. Верить значит продолжать идти в тот момент, когда обстоятельства тебя со всех сторон сшибают с ног. Верить — это значит знать, что Иисус все равно рядом. Аминь. Если ты внимательно читаешь Библию, Иисус усмирил бурю тогда, когда Петр снова был уже в лодке. Иисус сам знает, когда эту бурю, которая тебя сегодня атаковывает, усмирить. Но Он никогда тебя не оставит. Он любящий Отец, Он заботится о тебе. Даже когда ты рискуешь и шагаешь куда-то в миссию, в служение, если ветер, шторм бьет, Иисус все равно рядом. Его имя Иисус. Его имя Иисус. Аллилуйя. Недавно прочитал в интернете такую историю. Как-то делился уже в церкви. Прочту ее вам. Ну, я верю, что она настоящая и имеет место быть. Где-то с интернета скачано. У меня, говорит, сосед был алкоголик и наркоман. Обратился в какую-то церковь, в ту самую, от которой объявления везде развешаны. Наркомания, выход есть. Не знаю, что они там с ним сделали. Вернулся оттуда с невестой. Тоже с ним лечилась. Уже 10 лет живут и не пьют. Обзавелись квартирой, машиной, двумя детьми. И снизу подписано: а не пьющим туда, интересно, можно обратиться? Хотя ладно, ради такой перспективы можно и забухать. Понимаете? Люди, видя, как Иисус по-прежнему творит свои чудеса, готовы пойти на вот эти опрометчивые поступки, чтобы оказаться в нашем сообществе. Но это не нужно делать, нужно просто прийти и сказать: Его имя Иисус. Его имя Иисус, который вчера, сегодня и вовеки тот же самый Бог, для которого нет ничего невозможного. Все, что нужно, прийти и сказать: Господь, вот я, возьми меня и используй меня там, где Ты хочешь, а не там, где я себе придумал. И используй меня так, как Ты хочешь, а не так, как я себе придумал. Наша ошибка чаще всего — мы сами себе выдумываем историю служения, но история твоего служения прописана в книге жизни, которую Бог для тебя уже написал. Но Его намерения, Его мысли, они во благо, они кайфовые мысли о тебе и о твоем служении. Все, что тебе нужно, это выстроить, снова вернуться в отношениях с Ним. Когда ты начнешь слышать, что Дух Святой тебе говорит, когда ты начнешь слышать, что же нужно сделать, чтобы наркоманы спасались. Его имя Иисус. Его имя Иисус. Его имя Иисус. И закончить свою проповедь я хочу словами одного мужа Божьего, Моисея, который однажды, когда благословлял народ израильский, он сказал такие, высвободил эти слова: «Пусть благословение явившегося в терновом кусте да пребудет на ваших головах». Аминь. Ты услышь. «Пусть благословение явившегося в терновом кусте да пребудет на ваших головах». Моисей – это первый человек, которому явился Яхве, Бог. Помните эту историю? И вот он говорит: пусть благословение того, кто явился человеку, Бог, будет на ваших головах. Аминь. Я хочу, друзья, чтобы однажды, как это было в нулевые, в 90-е годы, я чуточку застал это пробуждение среди зависимых, чтобы однажды снова и снова заговорили, что эти сумасшедшие христиане, что они там с людьми делают? Люди перестают бухать, употреблять, люди покупают квартиры, рожают детей, что они там делают?
Его имя Иисус. Мы просто продолжаем стоять и исповедовать. Поэтому, пожалуйста, дорогие мои, когда вы уедете в свои регионы, в свои города, пусть Его имя будет самым главным и приоритетным на том месте, на котором Бог Его использует, тебя использует. Пусть это служение, или это домашняя ячейка, или это, может быть, твои походы в наркологию, пусть Его имя звучит гордо с твоих уст. Не нужно прятаться. И Библия говорит, что если вы будете стесняться меня, однажды я вас постесняюсь. Помните? Не помню, как дословно. Если мы прячем Христа, Он спрячется от нас однажды, и мы прозреем. Поэтому пусть Бог будет на первом месте, а все остальное будет на своем. И хорошее служение, и успешное, упакованное служение, и какие-то, может быть, новшества в служении, реабилитации, они тоже имеют место быть. У кого-то это очень хорошо получается. Но я еще раз хочу предостеречь нас с вами. История греков и неприступной Трои. Троя пала, когда они приняли вот этот подарок от своих врагов. Общество, оно не дружит, к сожалению, с Богом. Написано, кто дружит с этим миром, тот враг Богу. Так написано. И вот эти вот враги Божьи, они могут нам с вами дарить, казалось бы, эти подарки, как хорошим там служением, но в этих подарках могут быть враги. Поэтому твоя и моя задача стоять на страже своих служений. Аминь. Его имя Иисус. Аллилуйя. Давайте воздадим Господу славу. Хорошо, друзья, и для слова о добровольном пожертвовании я приглашаю моего друга, пастора.